Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Motorola Moto G Pure. И сейчас мы разберемся, как персонализировать контакт, либо же как добавить к контакту фотографию на данном устройстве. Итак, для начала мы переходим в приложение «Телефон», после чего открываем вкладку «Контакты». Здесь у нас есть какие-то контакты, вон выбираем какого-то Богдан. И здесь нажимаем на ручку в правом верхнем углу, слева от звездочки. И можно, если уже фотка есть, можно ее удалить. И здесь что мы можем сделать? Либо сфотографировать, если объект вашей симпатии прямо перед вами. Либо фоткаем. И нажимаем на галочку потом. Окей, сохранить копию. Вот и все, фотка была изменена. Также можно сменить фото и выбрать другое фото из галереи. Вот такое вот фото у нас из галереи. Потом нам предложат его обрезать, я воспользуюсь этой возможностью. И вот такой вот лазончик теперь будет стоять на заставке у Богдана. У нас чуть вернуло, ничего страшного. Выбрать другое фото. Камера. Еще раз пробуем. Обрезаем. И сохранить копию. Все, теперь нажимаем сохранить. И таким образом картинка была изменена. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!